сегодня в новостях там смотрел, Универсиада в Красноярске. Ну, пишут, сколько наши там медалей завоевали. Я цифру не помню. Ну, короче, наши завоевали больше медалей, чем все остальные вместе взятые. Вообще, конечно, это позор на весь мир. Вот, ладно, я понимал, это когда в советские времена были там, ельцинские, да. Но сейчас-то вот сейчас, ну, какая это универсиада? Вы знаете там, кто выступает из других стран? Студенты, которые учатся, и, ну, значит, такие активные люди, все, они учатся и умудряются еще заниматься спортом одновременно. Вот они приехали соревноваться. И мы против них выставляем своих чемпионов мира, чемпионов Европы, тех, кто в кубке принимает участие там, иногда даже призовые места занимает. Ну зачем? Вот кому эта показуха нужна? Ну, когда там в биатлоне сегодня или когда там два дня подряд призовые места занимают одни российские типа студенты. Какие они студенты? Вы любого, если он биатлоном занимается, я интервью слушал одного там, если биатлоном он занимается серьезно, то он в течение года дома бывает. Сами биатлонисты говорят, 2 недели максимум, это в январе месяце, все остальное у них сборы, в лагерях они живут, они не имеют свободного времени даже с семьей общаться как следует. Какая там учеба, какие студенты? А там из других стран действительно он учится в институте, каждый день ходит на занятия и кроме того бегает биатлон, да? Молодцы ребята, ну молодцы, занимаются. Вот это универсиада, студенческие соревнования, он и приехал соревноваться. Но мы-то почему выставляем этих-то? Это очень неприятно. Потом читал в новостях, что там типа снег вывозили в Красноярске, потому что он черный. Из лесу якобы брали, привозили, рассыпали снег по улицам, чтобы он белый был. Не знаю, это правда, неправда. Еще о том, что елки, понарубили елок маленьких. И вроде обещали 1 000 000 елок посадить, но посадить не успели. Ну, понятно, кому обещали. Вот, и боясь гнева, значит, срубили елки в лесу, понарубили, и в сугробах там вдоль дорог вот так понавтыкали. Типа, ну елки, что, 2 недели, универсиада закончится, потом выбросим. Вот такие вот пироги. Непонятно, кому нужна такие медали и такая универсиада. И вообще, кому нужен такой спорт? Ведь самое-то смешное, все они же приезжают за границу, они все это видят, понимают. И втихушу над нами смеются. Приезжают и потом рассказывают, смеются. Это то же самое, что было на Олимпиаде в Сочи. Когда приезжали люди с ограниченными возможностями, да, натуральные инвалиды, которые просто брали, занимались спортом. И против них выставили наших инвалидов, да, у которых тренер, которые живут специально на базах, да, которых тренировали. Да еще оказалось, потом и допингом пичкали. Вот. Ну, это две разные. Я помню, там вот тоже лыжные гонки или биатлон, как там же женщина одна, бедная инвалидка, на этих типа саночках там, ага, шпарит. И наши там фигачат, профессионалы, ага. Не этим надо гордиться, что там у наши инвалиды первое место заняли. А гордиться надо, что те инвалиды вернулись, у них все условия для жизни созданы, начиная от электрической коляски, да, которая там легким прикосновением пальчика, заканчивая шикарными квартирами и пенсиями, на которые можно жить, которые можно создавать семью, растить детей, хватает пенсии инвалида. И наши инвалиды, да, которые квартира на каком-то там этаже, что он коляской съехать не может, а пандуса нет. И нищенская пенсия. И он вынужден сидеть бедный на шее у родителей или у родственников там.
Короче, неправильно все это, неправильно. Когда это закончится, показушное все, непонятно.